Друзья, всем привет! С вами Кимеев один. Сегодня поиграем в экзотанки. Я вам расскажу о такой машине, как Страж, тяжелый танк, защитник, какова его функция, каковы у него умения. И каждый раз вам говорю, что вот обзор делаю на какой-либо танчик и говорю, вот это мой любимый танк. А так оно и получается. Залипал прям несколько дней на шторме в свое время. Мне он очень понравился, я сделал обзор на него, все умения интересные, рассказал, как пользоваться, в какой даже последовательности нажимать на эти кнопки, все. Потом открыл, купил лекаря нашего, механика, на нем просто залип, его умения меня поразили, мне так понравилось на нем играть, и вам снова говорю, что это мой любимый танк. И вот сейчас на страже. Есть защитник Дьявола, есть страж, и оба они хороши. И у обоих потрясающие умения. И основная функция для себя я решил на этих танках. Я на многих режимах нужно держать базы. Именно для того, чтобы набрать там 100%, отослать сигнал, ну и так далее, ребят. И вот он просто идеален. Кто бы к вам ни приезжал, пусть это будет шторм, пусть это будет диверсант. Но используя умения стража, можно просто-напросто их уничтожить и... почти не подпустить к своей базе. Они покатаются, конечно, вы их уничтожите, и потом будете дальше продолжать защищать. Конечно, как здесь, вот когда их 3-4, посложнее это все делать, если киборг еще приехал, вас лишил всех умений, но в то же время, вот, сейчас убили, мы начнем все сначала, можно в одного, даже при помощи, может быть, того же, если во взводе играете механика, очень долго удерживать базу, даже против 3-4 соперников. Потому что вот эти вот умения, которые здесь написаны, я вам специально их показываю, чтобы вы прочитали, кто-то на паузу поставьте. Они просто дают колоссальное преимущество при защите баз для нашего танка. Вот на Q это первое умение, защитная турель. Она устанавливается автоматически. На Q жмете, ставите, и она начинает шарашить по вашим соперникам в течение минуты. Не прочность 150, то есть не каждый ее сразу убьет. И урон по 8 наносит, но она стреляет очень часто. Вот. Потом, когда ее убьют или она исчезнет, через минуту вы снова можете ей воспользоваться. И плюс еще во время боя, если вы хорошо играете, да, у вас появляется дополнительное часто умение. И можно поставить, выпадает ну, частенько улучшение турели, вы можете их две ставить. Это будет вообще, видите, что идет атака на вашу базу, ставите их чуть с разных сторон и сами посередине, и они не знают, на что отвлекаться, но получают со всех сторон. Это очень-очень помогает. Я все время им пользуюсь, и этим не надо забывать. Турель наносит очень хорошую роль. И часто соперники отвлекаются на нее, чтобы сначала убить ее, потому что она стреляет часто и неприятно, а потом уже агрится на вас. Вот. Второе из умений, это очень хорошее умение. Вот видите, это доп выскочили слева снизу, это квантовый усилитель. Устройство синхронизирует оружейные системы, увеличивает урон союзников в 2 раза, если вы не один на защите базы. Вот, видишь, что атака союзников. Вот здесь диверсантик ездит, еще там несколько ребят. Ставьте квантовый усилитель, потому что в радиусе 80 метров, это довольно-таки прилично, 10 секунд будет наноситься урон в 2 раза больше соперникам. И можно опять же помочь союзникам себя отбить базу. Это еще одно потрясающее умение этого стража. То есть еще раз эти две умения сейчас аккумулируем. Ставите защитную турель, если две, то их две. И если рядом большая атака, да, и рядом союзники, тут же на Е жмете и квантовый усилитель используете. И после этого просто шквал огня. 50% наши соперники начинают впитывать от нас, плюс еще турель стреляет. Это очень-очень хорошо. Но бывает такие моменты, когда вы остались одни, вроде поставили защитные турели, и на вас идет атака, но надо как-то выжить, дождаться приезда своих союзничков. Для этого есть нано-броня, это левый shift, активирует защитное поле, не вот такое защитное поле, как у нашего штормика, а защитное поле, которое сокращает весь входящий урон на 50%.
Это очень хорошо. Вы в такой квадратике, получается, соты белые на танке появляются. Это защитное поле. Она действует 5 секунд, но все-таки урон за 5 секунд, если на вас идет атака, там 2-3 танка соперника, и за 5 секунд они могут просто вас убить. А вы активируете эту нано-броню левым шифтом, и на 50, вот сейчас она активирована, кстати, и тут же турельку ставим, и вас на 50% в течение 5 секунд меньше входит урона, это позволяет действительно выжить, это уже не раз испробовано, вот. Очень помогает, опять же, при защите баз. Смотрите, вот киборг, когда появляется, конечно, тяжело. Киборг — это вообще тоже супер машина, будет на нее, ребят, обзор серьезный скоро. Там просто-напросто все у него умения идут на аннигиляцию умений соперников, и надо правильно их тоже подбирать. Но продолжим про нашего стража, защитника баз. Вот мы долго держались, но нас все-таки грохнули. Мы едем дальше, на свое место, занять базу. И, видите, мы проигрываем сейчас на данный момент, так как наша база не захвачена. Соперники захватили одну базу, у них процентов больше. Еще есть под буквой F силовое поле у стража. Это такой купол, он восстанавливает в диаметре 50 метров. То есть, в принципе, всю базу занимает. Вы сквозь этот купол лупите по соперникам. И желательно в этом куполе оставить одного какого-нибудь, ну, шотного, полушотного соперника. Добить его там и потом сквозь купол стрелять по другим. Как я заметил, ребята, многие не понимают этого значения и пытаются стрелять в это время вас. А он действует 10 секунд, это довольно-таки много, 10 секунд. Они вас шарашут, но в этот момент оно не проходит урон сквозь купол, ничего не проходит, ребят. Ни умения соперник, тут уже и киборг даже не сможет вас лишить ваших умений. Ни какой-либо другой, там, я не знаю, диверсант, еще кто-либо. Вы будете использовать свое умение в течение этих 10 секунд. У вас не будет никакого урона входить, если они стреляют из-за купола. Конечно, они могут въехать внутрь и стрелять в вас. Вот, видите, поставил я его. Турель стреляет, мы стреляем. Сквозь купол все, урон проходит. Но нам не проходит ничего. Потому что, ну, и они лупят все равно по куполу, стараются. Зря тратят свои, как говорится, снаряды и время. В этот момент, ребят, ну, можно просто не стрелять, смысла нет. Потому что все поглощает этот купол. Потрясающее умение. Если вкупе их собрать все и действовать правильно, не сразу, ну, как говорится, нажать Q, E, F, левый shift, и за 10 секунд все исчезло. Преимущество какое у вас было. Смотря в какой ситуации, не надо сразу все использовать. По той простой причине, что защитник, он должен держать базу. Если у вас много ХП и какой-то проезжает не очень такой умелый, может быть, не очень сильный танк. Хотя здесь все, у каждого свое умение. Но вы видите, что вы можете победить. У вас ХП достаточно. И пострелять, по-моему, зачем сразу все использовать? А когда вы все используете, через 3 минуты приехали. Точнее, через 3 секунды 3 вваливаются, а вы без умения. Они вас разберут, какой бы вы тяжелый страж не были. И страшный страж. Они вас все равно убьют, ребят. Реально убьют. Поэтому надо подходить к любому делу с головой. Или вот сейчас, как я использовал, как говорится, квантовый усилитель. Ну, здесь, ребята, есть союзники, поэтому я их использую. Видите, они тоже в этом квантовом усилителе 50%. А частенько вижу, жмут на все, и квантовый усилитель, он стоит один. А кого он усиливает-то? Увеличит урон союзников в 2 раза в радиусе 80 метров, как я говорил. А в радиусе 80 метров ни одного союзника нету. А использовано это умение. А потом, когда союзник приехал, и она еще будет через 60 секунд только появиться. Минута, это довольно-таки много. За минуту может многое произойти в этом бою. И разобрать всех, можно и проиграть, и выиграть успеть. Вот как сейчас, мы до сих пор проигрываем, но пытаемся переломить ход боя. То же самое с силовым полем. Смысл его ставить. Перезарядка у силового поля самая большая, это 2 минуты, 120 секунд. То есть, когда вы его поставили, после этого только через 2 минуты, это очень много, сможете его использовать. Тут тоже надо, когда вы или один, или вас мало, и атака большая идет, огородить себя на подъезде. Они у вас уже начинают стрелять, как какой-нибудь штормик издалека. Поставьте купол. Никакой урон у него не пройдет, а вы в это время еще своими там снарядами его побьете, плюс турель.
будет по нему стрелять. А если в этом куполе оказался еще у вас союзник, который по нему стреляет? То есть он ноль урона, хотя он на него рассчитывал. А еще если он не понимает про силовое поле, нажмет Q на перезарядку быструю, еще раз шарахнет по вам, то после этого ему только убегать. Потому что пока он перезаряжается, вы его грохнете. Вот видите, ума. Двое ехали, поставил. И вот он шарашит по нашему силовому полю, старается. Я тут же турель поставил и по нему стреляем. Вот он потерял за эти 10 секунд, ну, прилично, 1/4 хп. Плюс сейчас вот больше половины. Нормально. И тут вторую турельку мы ставим. Потому что у нас умение появилось. Все. Диверсант отправился в ангар. Поэтому, еще раз повторюсь, Страж идеальный, хороший. Защитник баз, захватчик баз точно так же. Не обязательно защитник, что защищать, если вы приехали захватить. Его умений по очереди хватает. Конечно, это не аксиома, что вот он прям вот, если встал на базу, то все, база его навсегда. Нет, вот приехал киборг, может лишить вас всех умений и лишать до тех пор, постреливая своими пульками, пока не приедут к нему союзники с поддержкой и вас не грохнут. Вот такая вот небольшой обзор в 10 минут, ребят, по Стражу. Потрясающая машина, но в экзотанках на самом деле уникальны все танки. И если понять их, не просто ездить и стрелять из основного орудия и жать на все кнопки подряд, когда кого-то увидели, а именно понять, как правильно использовать. Надеюсь, я досконально рассказал. Если что-то непонятно, пишите в комментариях, расскажу, ребят. Мне этот танк понравился, я на нем поиграл и как бы определенно какие-то понятия имею. Тут убили мы больше всех, немножко помогли своим союзничкам, ну и два раза погибли. Пишите свои комментарии, обязательно отвечу по поводу танка, по поводу игры, да любые, ребят. С вами был Кимиев-1, Экзотанки. Всем пока-пока, друзья.